В этот прекрасный день я рад вас всех здесь видеть и приветствовать такими светлыми, прекрасными словами пасхальными: «Христос воскрес!» Да, действительно, Иисус Христос воскрес. Недавно я был на кладбище. Надо было бы могилку привести в порядок родственникам. Я обратил внимание, это все так печально, когда такие вот могилки, их очень много. Друзья, смерть — это вечный, совечный спутник человека. Человек стал умирать, потому что человек согрешил перед Богом. И вы знаете, ни в одном учебном заведении не учат, как преодолеть смерть. Учат, как сохранить здоровье, как продлить как-то жизнь. Но как смерть преодолеть? В школе меня не учили, в училище тоже, в институте не учили. Друзья, а где еще учат? Где учат, как это преодолеть? Люди отмахиваются от этого и говорят: давай не будем о плохом. Но на лицо, вот я был недавно, и пойдут наш народ, поминальный день, и все равно касается это. Люди стараются не замечать, но это страшное явление, оно совечно человеку. Я был в Москве, видел могилу Брежнева, Хрущева, друзья, космонавтов многих. Я был на Новодевичьем кладбище, видел могилы академиков медицины, которые учили, другие лечили, но они там находятся, в могилах их прах. Я видел на Баганьковском кладбище могилу Высоцкого, Листьева, Есенина. Друзья, и множество людей, мы это понимаем, прекрасно знаем, самых больших писателей, самых лучших людей, они где прожили, и прах их находится там. Даже такие основатели мировых религий, как Будда. А знаете, что Будду, его после смерти кремировали вообще? На 8 частей прах разделили, и как реликвии там хранят храма. Друзья, Магомед, есть могила Магомеда в Мекке, есть Конфуция могила. Друзья, а есть ли могила Иисуса Христа? Да, когда Христос умер, и Он был погребен в склепе, в скале высеченный такой склеп, там положили Его. Но когда пришли жены и пришли, чтобы помазать тело Иисуса Христа, мы читаем об этом в этой святой книге Библии, там так сказано, что нет Христа. Не нашли они там Иисуса Христа в могиле. Ангел Господень отворил камень и, находясь там, возвестил всему миру: Иисус Христос воскрес! Христос воскрес! И каждого человека, который придет к Нему, Он воскресит. Тот человек, который хочет жить вечно, услышит слова Иисуса Христа, что Он хочет и тебя воскресить, дорогой человек. Мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Есть надежда для всякого человека, живущего на земле, что и он воскреснет и будет вечно жить с Иисусом Христом. Только надо прийти к Христу и попросить Его об этом. Иисус Христос, прости мои грехи и прими меня в Царство Твое, и воскреси меня в последний день, и я хочу жить вечной жизнью. Пусть Богу будет слава. Я еще раз хочу сказать вам эту радостную, прекрасную весть: Христос воскрес!